поселили в отель Grand Palladium. Это вот побережье. Это Карибское море. Побережье здесь, я бы сказала, очень вулканическое. Вот здесь, например, купаться абсолютно нельзя. Потому что камни, поверхность. Отель наш состоит как бы из двух курортов. Вернее, курорт наш. Это Grand Palladium. Это вот здесь вот. И Леди Гамильтон. Бассейн здесь, конечно, роскошный. Очень роскошный. Там вверху ресторан. Ресторан, вот там вот где-то главный корпус. Вот там вот впереди бар. Сейчас там никого нет. Видимо, люди не хотят с утра кваситься. Вот это вот бассейны большие. Сейчас я схожу к детской площадке, пока там детей особо нет. Можно будет поснимать. Бассейн детский. Это вот цветет бугенвилия. Очень красивая бугенвилия. Такая приятная. Цветет круглый год. Потрясающее растение. Очень милый. Слайдик маленький для детишек. Конек морской. Черепаха. Я вот сейчас удачно сделала. Стало. Рыбка, тоже слайдик невысокий. И вот эти вот два слайда. Мужчина с ребенком. Вода там льется. А вот корпуса отеля Grand Palladium. Очень удобно. Я потом покажу, как они выглядят. А это вот главный корпус. Это основная лестница. Туда, если пойти дальше, там находится два буфета и штук 5 ресторанов. В рестораны записываться абсолютно не надо. Вот это вот веерная пальма. Видите? Говорят, если верить, что она расположена всегда вот этими ребрами с востока на запад. Так, сейчас я поднимусь на второй этаж. Вот здесь куча магазинов. Очень много магазинчиков всяких для туристов. Здесь же можно оформить экскурсию куда-то. Туда люди пошли завтракать. Есть тут можно постоянно. Всегда что-нибудь открыто. Тут гостей встречают. Провожают в аэропорт. Шаттлы ходят специальные. И здесь же вот стойка. Чек-ин, чек-аут. Очень такой отель приятный. Сейчас мы пройдем по верхней галерее. Русский бассейн. Вот такой вот вид. Рядом детский бассейн. Место такое все приятненькое. Бассейн чистый. Канадцы и американцы очень любят в бассейнах плавать. Вечерами здесь можно посидеть. Возле бассейна сосредоточена вся жизнь. Есть расписание, когда здесь аэробика, когда здесь волейбол, баскетбол или какие-то еще активитис. Поэтому, наверное, люди предпочитают больше сидеть у... А вот бар, пожалуйста. Поэтому сейчас он не функционирует, потому что он открывается, наверное, гораздо позже. Это, как вы поняли, вот этот бассейн, он идет так по кругу, закругляется. И туда к детскому идет. В общем, вот так. Сейчас пойдем дальше путешествовать. По 92 этажа я все это снимала. Тут вот стоят лежаки, сделаны зонтики от дождя. Вчера, кстати, такой сильный дождь был. Все красиво оформлено. Пожалуйста. Тут скульптура в мексиканском, правда, стиле.
лошадь. Спуск вниз, и такая же галерея, где ресторан. На Джамайке левостороннее движение, и все машины с левым рулем. Вот, пожалуйста, подводят туристов. Здесь ходит этот шаттл. Очень красиво. Вот растение тоже мне нравится. Тем не менее, как оно прям все светится на солнце. С такими нежно-розовыми листочками. Это пальмы. Пальмы вот уже какие-то даже набирают цвет. Вот шаттл снова поехал. То есть не хочешь ходить пешком, пожалуйста, шаттл тебя довезет. Тоже плоды появились на пальме. Еще один бассейн. Это, скорее всего, спа. Курсирует все время этот автобусик. Ну, кто-то обе руки оторвал. Такой стиль оформленный. С картинами. Как бы в греческом стиле. В греческом зале, в греческом зале. Бассейн, ой, фонтан предполагался, но что-то он отключен. Вот здесь вот. Вот, пожалуйста, бассейн тоже здесь. Можно принимать бассейн. Люди вот туда пошли, я тоже сейчас с ними схожу. Сейчас пошли загорать. А это вот тренажерный зал. Видите, люди там бегают, тренируются. Можно сразу с ресторана, буфета, тренажерный зал. Пойдемте дальше посмотрим. Такая размеренная жизнь, никто никуда не торопится. Все ведут пассивный образ жизни, овощной, скажем так. Ну, там это бар. Бар здесь, похоже, уже работает, или ресторан. О, Посейдон называется. Посейдон. Очень приятный. Сейчас мы туда сходим. А вот пляж. Я хочу пляж заснять. Да, здесь мне нравится. Очень чистое море, спокойное. Кстати, много здесь денег. Здесь можно взять что-то. Здесь все очень вкусненькое такое. Рыбка, сырок, салатики. Все это оформлено. Йогурт. Выпечки всякой разной. Соки. В общем, вот такой легкий. Легкая закуска на завтрак. Здесь делают, готовят уже такие рис, блюда. Яичницу жарят. Здесь уже можно с утра налить себе. Очень часто можно каждый день шампанское выставлять. Называется Sunset Cove, Poseidon Beach. Poseidon Beach, Sunset Cove. Посмотри, как красиво здесь. Да, очень мне нравится. Все располагает прекрасному отдыху. Ой, я еще вот какой-то пляжик нашла, очень даже уютненький.
для себя. Открыла новые места. Отель. Каждая комната, вот балкон. На них есть лежаки или стулья, столики, чтобы можно было посидеть. Красавец. Вот смотрите, какой уголок приятный. Столик, два креслица. Просто наслаждайся отдыхом. Вот бассейн пляжа. Сейчас сначала пляжик покажу. Тоже неплохой пляжик. На каноэ кто-то плавает. Это вот такие лодочки можно брать и кататься при желании. Отель все включено, поэтому и берут бесплатно, едят бесплатно, пьют бесплатно, все здесь. Так, ранее ходит. Это пляж для взрослых. Дорожки к этим самым, к домикам. Это дорожка, чтобы от солнца, от дождя прятаться. Вот эта дорожка, чтобы вас подвозили. Это вот лежаки такие для желающих на лежаках валяться. Вот они. Видимо, валяться. Это вот пляж, где мы плаваем. Он мелкий, это точно. Тут вот уже рифы идут, скалы поцарапаться. Лежаки почти все пустые. Песок белый, но крупноватый. Вот здесь он помельче. Здесь более легче ходить, чем по тому крупному. Вот этот пляж, на котором мы все время плавали. Но я там еще для себя открыла два других или три. Можно сюда ходить. Но это далековато от нашего дома. Если будет не лень, то, конечно, мы туда идем. Бар здесь пляжный. И уже прогревают. Этот так пахнет мясом жареным. Здесь готовят в основном бутерброды. Их гамбургеры. Для канадцев, американцев это любимая еда. Я, честно говоря, равнодушна гамбургером. Еще пляж. Такой вот. А вот здесь, вот видите, место для инвалидов. Подъездная дорожка. И вот такой склон съездной. Футбольная площадка. Здесь проходит активность. Я сделала огромный круг. Часовой вернулась снова на бассейн.